Всем здрасте, с вами опять Галина. Начнем с того, что вообще тут на столе. Что вообще такое затеяло. Сначала затеяла, начала делать, половину уже сделала, потом думаю, ну-ка, надо записать, может быть, кому-то и пригодится. Я делаю фарш для котлет, для пиццы, для всего угодно, для чего вообще нужен фарш. Таким способом. Этим способом я делаю фарш мягче, и самое главное, вкуснее, даже если он жирный, он, значит, становится такой менее жирный. И самое большее, он прибавляется в объеме. Его становится больше. Это для тех случаев, когда нужно много фарша, а у тебя его мало. Тоже сойдет, тоже хорошо. Значит, что здесь? Здесь фарш. Фарш может быть любой. Что говяжий, куриный, утиный, свининный. Все что угодно. В моем случае это утка. Значит, дальше. Перец, соль, любые специи в виде зелени. Значит, лук. У меня здесь три больших головки. Не сказала, фаршу здесь где-то 2,5 килограмма. 2,5 будем брать, 2,5. И здесь самый главный ингредиент — это буханка белого хлеба. Почему уже такой вид? Значит, скажу. Значит, буханка где-то весит 400 грамм. И где-то я беру, в общей сложности у меня килограмм фарша, значит, пол буханки хлеба. В моем случае 2,5 фарш килограмма, я беру буханку белого хлеба, он где-то 400 грамм. Что делаю? Делаю, значит, мелко-мелко его, значит, так раскромсаю. Значит, водой и молоком, значит, все это как вот мякиш вот этот, делаю так, таким вот такой вот, такой вот консистенции довожу. Значит, для чего это делается? Я потом эту консистенцию буду в фарш, и он станет менее жирным. Хотя у меня как бы утка не жирная, я кожу сняла. Значит, в основном тут только одно мясо. Но все равно я добавляю, чтобы она была намного мягче. Значит, намного мягче. Сейчас я все это буду соединять. Да, самое главное, забыла еще 3 яйца. Я еще кладу яйца. Для чего, допустим? Ну, чтобы фарш, как бы, если я пеку котлеты, чтобы они как бы не развалились. Но все-таки я люблю как-то и с яйцами, когда так вот как-то без яиц менее. Но я забыла их положить. Сейчас я к вам вернусь через секунду. Так, ну вот я вернулась. Значит, вот мои долгожданные 3 яичка, которых я забыла положить сразу. Ну, ничего страшного. В принципе, только начало процесса. Так, значит, фарш. Добавляем наш мякиш от хлеба. К сожалению, тяжело это делать одной рукой. Но я думаю, что мы с вами справимся. Значит, сейчас. Вернулась. Значит, положила... Значит, наш мякиш. Все начнут спрашивать, как, откуда, зачем, почему это мы делаем. Значит, перемешиваем. Расскажу секрет. Значит, о том, что знакомые работают в столовой. Значит, они делают таким способом уже давно. Вот тот хлеб, который не доедает людей, или, допустим, конечно, это ужасные вещи, но это факт, это так делается. Это делается не только в этой столовой, везде это делается неоднократно. Значит, или хлеб, который у них жесткий, они разминают вот таким способом, размягчают. И потом, значит, добавляют фарш и делают нам котлеты. Ну, и все остальное, естественно. Значит, это, в принципе, наверное, уже в каждой столовой это делается, в ресторанах и во всем остальном. Я думаю, что, в принципе, кто-то скажет, а, ужасно, как это все страшно. В принципе, ели мы это раньше, ели мы это и сейчас. Никто, как говорится, кроме самих продавцов, этих поваров, простите, не знает. И, в принципе, значит, было все нормально, все хорошо. Дальше поехали, ладно. Значит, добавляем лук. Я обычно добавляю много лука. Здесь 3 больших, огромных
значит, луковицы. Почему мы добавляем много лука? Просто мы очень любим лук. Значит, перемешиваем это все дело. Все это дело перемешиваем. Так, сейчас я помою руку и продолжим. Мы разобьем 3 яйца сюда, ну и все остальное сейчас. Так, вот мы положили уже 3 яйца целиком. Значит, дальше что мы продолжаем делать? Можно добавить любую зелень, пряности. У меня вот такой молотый здесь, значит, петрушка, укроп. Ну, вся зелень, которую я, в принципе, перемалываю. Складываю вот такие вот всякие баночки. Приятно, удобно, хорошо работать. Так, дальше, ладно, поехали. Потом, значит, у меня вот есть смесь вот такая, сама я делаю. Значит, выращиваем острый чили, перемалываем, ну и со всеми там специями, как базилик и все остальное, все это перемешиваем. Беру вот так немножко, потому что чили очень-очень острый. Значит, зелень и перец, все по вкусу. Соль тоже по вкусу. Я сначала кладу, значит, где-то на 2,5 килограмма такие вот 3 чайных ложечки, потом уже на вкус. Значит, сейчас это все перемешиваем, и в принципе это все готово. Я думаю, что всем должно понравиться. Вариант бюджетный, экономный. Ну, других способов, как говорится, увеличить еще фарш, чтобы в больших количествах был, я пока не нашла. Найду, обязательно расскажу. Здесь у меня кукурузная мука. Почему не там что-то другое? Я не люблю другие вещи, как в плане того, что сухари и все такое, потому что, ну, как-то жестковато, и не всегда не под рукой, а как бы вот кукурузная мука у меня всегда она есть. Я как бы стараюсь во многие вещи ее добавлять. Значит, как делаем? Ну, все как обычно, стандартное мы понимаем, да, значит, как котлеты формируем. Кому какие нравятся, круглые, овальные, квадратные, кому какие угодно. И в муке это вот в этой обваливаем. Что из этого получилось дальше? Смотрите. Так, вот такие красавцы у нас получились. Нет, это не все, просто я какую-то часть сделала, чтобы показать как бы дальше. Не весь процесс вас задерживать. Значит, на досочку вот так я делаю несколько штук. И, значит, раньше я обжаривала на сковородке. Сегодня я первый раз попробую на своем помощнике. Значит, Тефаль гриль. На нем еще я не жарила. Для меня как бы это еще все новенькое. Значит, такие вот у него решеточки гофрированные. Значит, ну сюда вот, значит, жир. Контейнер сливается, значит, 3 мощности. Значит, тут первое это овощи, второе что-то в виде бутербродов, хлеба. А третье для мяса отсвечивает рыбы, сосисек и всего остального. Значит, это включить-выключить, это регулятор. Значит, о нем, в принципе, я расскажу в другом видео, будем с ним знакомиться. Но сейчас будем пробовать на нем жарить. Как это будет, что это будет, не знаю. Первый раз это делаю. Делаю это с вами, поэтому не судите строго. Так, ну вот так расположились 8 штучек. Сейчас мы их закрываем. Но мне кажется, если честно, немного она такая прям температуру набирает больше. Сейчас посмотрим, попробуем на троечке, как мы до этого для мяса делали. Но, может быть, и убавим на двоечку. Сейчас попробуем, сориентируемся, как это все будет делать. Так, ну прошло 5 минут. Было на троечке, вот так вот маленько как бы как будто стали подгорать, но мы такие не любим, поэтому я мощность убавила на двоечку. Посмотрим, что получится. Ну, пока все жарится, пекется. Прошло только всего лишь 5 минут. Посмотрим.
посмотрим, что будет дальше. Так, ну прошло 10 минут, давайте откроем, посмотрим, что у нас тут происходит. Такие вот красавцы лежат. Теперь надо попробовать. Ой, этот что ли попробовать? Что там у нас происходит? Так, получу мясо. Подхватываем, пробуем. Так, лук уже мягкий, готовый. Но мяско еще бы я немножко подержала. Еще 5 минут подержим. Прошло 15 минут. Открываем. Такие зурумяненькие. Такие красивые. Пробуем еще раз. Уже другую попробуем. Раскрываем. Смотрим. Пробуем. Остенькие. Так, ну будем снимать и закладывать другую партию. Что получится, я вам покажу, скажу. Так, ребят, ну вот такие вкусняшные, аппетитные получились. Значит, горяченькие. Если видно, да, вот на них рифление есть. Как со стороны, чтобы показать вот так, да? Вот их вот так вот видно, вот, да? Значит, вот такие темные стороны получились из того, что первый раз мы на троечку поставили, но советую на двоечке жарить, пусть 15 минут, чуть побольше, но довольно-то хорошо прожаривается на двоечке. Я их делаю не всегда не толстенькие, как бы прижимаются, вот отличнейшие. Значит, то, что мы с вами, значит, кукурузной мукой их сверху обваляли, они такие хрустящие. Значит, такие получаются, значит, ну давайте на доме. Посмотрим, что получилось внутри. Внутри все вот, видите, пропеклось, все отличненько. Вкус безумно вкусный. Значит, вот этот способ как раз с этим, вот, почему мы приобрели этот гриль, чтобы не жарить на масле. Мы стараемся полностью отказаться от подсолнечного масла. Как это будет, что это будет, ну, по крайней мере, нам пока нравится. Всем спасибо, всем приятного аппетита, желаю удачи, экономьте, следите за здоровьем, будьте просто счастливы. Всем пока-пока, с вами была Галина. Нет, ребят, короче, я, значит, с вами попрощалась, но нет, решила вернуться, смотрите. Короче, сделала вывод для себя, заложила вторую закладку, мощность двоечку ставлю, да, 20 минут. Идеальная прожарка, все отлично. Если у кого какое-то по поводу мяса, вот, ну, тоненькую так котлетки, все дела, лучше делать на двоечке. Хоть и написано там что-то типа бутербродов или что-то, не знаю, что там делать, но двоечка идеально. Мощность двоечка, гриль Тефаль, котлетки 20 минут, все безумно отлично, вкусно. Вот сколько котлет у нас получилось. Полная кастрюля. 3,5 литра. Вот теперь точно все. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.